жизнь на колесах, вся моя жизнь на колесах, вся моя жизнь как в тумане, на плане чужих городов. По паркам, в зоопарках, в чаду паровозных дымов. Изначально появился, когда Харлей и Хоббит выпили по кружечке пива. Но потом мы еще с Хоббитом выпили по кружечке пива. И неожиданно поняли, что ну, клево, да, это было 3 месяца назад, клево бы замутить фестиваль. Но вот прошло 2 месяца, мы нихуя не делали. Вообще ничего не делали. И вот последний месяц остался, когда осталось 4 рабочих недели. Вот, и мы стали хуячить по полной программе. Выезжали на выходные, и за выходные мы, ну, за 4 поездки фактически, мы построили все вот это. Вообще все. Вот, совершенно. Вот эта бензопила спасла всю ситуацию вообще. Вот этой пилой почти все пилили. Если бы не она... Ну, в общем, сделали. Честно говоря, это сделали не мы, а вот это делают люди, которые просто позвонили и пришли. И, в общем, вот теперь мы колбасимся. И думаю, что мы будем колбасить еще 2 дня, если нам не помешает вообще, ну, что-либо сверхъестественное. Надеюсь, что это будет происходить каждый год. И, может быть, блин, когда-нибудь откроется что-то очень клевое. Я для себя пойму, что на самом деле действительно, что холмы, блин, что там есть что-то глобальное. Внутри, снаружи, что что-то выйдет оттуда, блин. Ну, ты... Давай, только выбрасывай. Нам надо переходить на более. Как бы я уверен просто, что сейчас разойдемся. Еще пару групп, и наконец-то наживем, если этот, блин, идиотский дождь все-таки кончится. Скажи о фестивале. Ну, а что о нем говорить? Он есть, это уже хорошо. Вот. А там посмотрим, может быть, в следующем году будет лучше. Очень сыро играть, очень трудно, очень. Давай. Но мы выдержим! Поехали! Вот, давай на скрип. Серега, начинай. Да. Нет, ну подожди. Раз, два, три. Вместе. Раз, два, три, четыре. Thank you.
музыкант? Юлия Тюнникова, она настраивает гитару. Юлия Тюнникова поет прекрасно, действительно. Ее мужики, они вообще рады по полной программе. Вообще мне здесь вот, короче, очень неплохо. Потому что я не выспалась, потому что здесь скучно, здесь очень-очень интересно. Например, была замечательная девушка, которая пела, ну, рядом со мной был 8-летний ребенок и сказал, кто выпустил эту курицу на сцену. Вот, это ее умение. Двое молодых людей кричали, как замечательно, быстрее приплываем на плоту на другой берег. В смысле, на берег, на котором она пела. Вот, поэтому мнения расходятся, и судя по тому, насколько они диаметрально противоположны, можно следить о том, что все просто замечательно. Бирюзовые плитки падают вниз за столетия, штуки три, оп. И не говори, что здесь дело четвертому Риму. Ты на окраине старого города, ты не уйдешь от своего народа. Адриан закрывает ворота из чистого золота. Видишь что-нибудь? Да, я вижу. Так надо палку, точка. Но она такая. А класс. Сломать, вот он, блюз русский. Yeah.
самом деле все очень хорошо, очень спокойно. И, да, вот, мы тоже сегодня будем играть. И очень как бы очень как бы все здесь просто гораздо лучше, чем в Москве там каких-то клубах играть. Потому что здесь собрались какие-то люди, которым интересно. А не люди, которые приходят просто оттянуться на то, чтобы им не дали. Иди меня к обеду, мама, на свадеб я буду далеко. А два огромных чемодана уже отправил я на белый пароход. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, 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 ебать. Ебать и колобродить, колобродить и 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 ебать. Ебаная жизнь, ненавижу, сука, блять. Ебать, колотить, ковырять, копать. И так охота торчать, а все друзья, бля, алкаши. И сидка прет из всех щелей, а охота наши. И героин ебануться на халяву, или коксу донюхать, или замутить винта. Денег нету нихуя, я не знаю, где их взять. Ебаная жизнь, ненавижу, сука, блядь. Пиздос, бандос, ебать мой лысый череп. Пиздос, бандос, пососи у мамки хуй. Пиздос, бандос. Ебать мой лысый череп, ебать и колобродить, колобродить, ты ебать, ебаная жизнь, ненавижу, сука, блять, ебать, колотить.
здесь ковырять, копать. А все бабы, бляди, суки, ебаные змеи. За окном весна, пару на девок охуею. Ноги, волосы, плечи, пиздануться и не встать. Ебаная жизнь, ненавижу, сука, блядь. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, колобродить, разъебать. Танцы на лыжах, танцы, танцы на лыжах, куинжи, 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 танцы на лыжах, куинжи, танцы на лыжах, куинжи, танцы на лыжах, куинжи. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Ебать и колобродить, колобродить и ебать. Много разнообразных групп. Здесь есть группы, которые поют, группы, которые играют, которые танцуют. Каждая группа не похожа друг на друга. Все разные. Есть мальчиковые группы, есть девчачьи команды. Выбирай на вкус. Много панков. Сейчас мы тебя снимем, дядь Миша. Вот, улыбайся. Ну же, улыбайся, скорее, скорее улыбайся. Я курить буду, можно? Давай, 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 кури и улыбайся. Давай, давай, улыбайся, скорее, скорее. Давай, какой улыбайся. Фестиваль, бля. А, улыбайся, тема? Улыбайся. Давай, давай, какая давай. Тема? Скорее улыбайся. Ну, давай, давай, пей и улыбайся. Давай, ну, ну. А, хорошо.
Ты скажи. Ну как ты расскажешь о этом фестивале вообще? Знаешь, вот фестиваль, он организовался просто из ничего, из пустоты, из какой-то, понимаешь? Так. Разошлись вот одна частица и две античастицы. И в результате организовалось просто вот нечто, что я сейчас вот... Нет, говори так, потому что я не научу. Как мы радостно тонем вместе с вами, ребята! Выпил глоток, покурил за работу. В этом рождении мне не отдыхать. Главный наш как-то сказал в субботу: вся эта жизнь, перекур вашу мать. Играть не будем, это была шутка.
монстры. Иди, будешь счастлив в краях бесконечной весны, тем, чем ты дышишь. И может случиться, ты станешь птицей, легкий, как ветер, и трепетней сна. За дальней границей все, что приснится, на все вопросы ответит весна. Скроются вены рек, льды вознесутся к богам. Я всю боль оставлю себе, а тебе я дарую то, чем ты дышишь. Здорово. Давай, сними вот Юлю, Юлю. Так же сразу снимать давай с меня шкуру, срывать. Миша, давай! Мы специально обучены, мы сами вам все что угодно сделаем. Салон красоты. Давай, Миха! Жизнь вокруг пива. Почему тоже покрашены? Клево. Отлично. Давай. На секунду. Кстати, вот, я тебе потом колено дам, не вопрос. Просто они лежат у меня там на той стороне. Там, представим вот этого человека. Так, да, Илья. Илья, вот, вот подожди. Вот этого человека зовут Илья. Без него вот эта вся аппаратура сюда бы хрен добралась.
Вот, на большом 66-м газе, насколько я понимаю. Ну, маленьком. Ну, большой достаточно. Большом, на большом. Мы больше случайно приехал сюда в гости, вот очень здорово всем помог. То есть без него было бы очень-очень тяжело. Скажи чего-нибудь. Ты что скажешь? Ты что? Работа у нас такая. Военных. Помогать людям. Скажем. Добрый вечер. Вчера мы дали говна народу. Сегодня мы тоже дали говна народу. А вот сейчас вот сидим и едим тухлую колбасу. Так зашибись. Какая? Присоединяйтесь. Пожалуй, мы пойдем дальше. Второй лагерь подряд ест колбасу. 17 минут? 17 минут, да. Только, видимо, уже не тухлую. Да. Маш, у тебя прям запас. Домашнее вино, которое мне любезно предоставила девушка Маша. Маша? Андрей. Да, меня толкнуло. Они все детишки. Они стоят не в такой хлеб. А если детишек, можно угореть орешками. Очень тяжелый жир, который такой. Желаю, чтобы все. А что это охрипшь-то? А? Чего охрипшь? Я сип весь начался Йоп. Вчера. Нет, кофе очень хороший. А? Рау много? Ну, наверное. Слушай. Ага, хороший кофе. Тебе говорил. Да, с корицей и белым перцем. Мы вас приветствуем. Вот, белый перец в кофе сыпь. Где-то особо у нас ключей. Блин, мы, еще один человек. Мы собирались с грибами, но что-то... Это я. Ну что тут? Да, короче, пошли за грибами, короче, что-то Егор увел наших барышень куда-то неизвестно вообще просто. И мы решили, что мы пойдем пить водку, короче, смотреть концерт вообще. Да, короче, что-то вообще просто. Мы два дня мерзли, сегодня наконец-то писать пойдем. Будешь писать? Будем писать. Сейчас мы наварим грибов, приходите. Это общак, здесь можно жить кому угодно. Ну, это мы знаем, но как бы по факту не писать. Хоббит. Вот этого человека зовут Хоббит. Под палатка называется Хоббит. Блин. Сними их. Сейчас я сниму. С берега. Солнце. Кстати, вчера был очень сильный дождь. Очень мерзкий противный дождь. Все это напоминало Вусток, вокруг одна сплошная грязь. Люди катаются по грязи, сваливаются в воду. В общем, так был открыт фестиваль. Когда первая группа выступала, как раз был дождь. Очень здорово. Мы в это время вытягивали джип. Огромный джип, который по дороге сюда застрял. Thank you.
Кептик Сот скажет, что наконец-то приехал Вовка Кожейкин. Приехал? Ну да, его привезли. Нет, приехал точка 2. Вместе со своими основополагающими частями группы. И вот, наконец-то, близок момент, когда они зажгут пожёстче. Когда? Чё там про алкоголиков, да? Чё то надо? Не, по поводу алкоголиков не знаю, но вот уйдут я просто в жопу. То есть тяжело всё. Я плавно иду каждый шаг, как мат. На луами на буцу, луами так называемая мантра Будди Амиде. Давай работай, тебе что, денег хочешь? Будет сказки читать Хельга Потаки. Пускай одну сказку прочтет, ладно, ребят? Трагическая песня.
Я обосрался. Я прожил в ней 7 лет, она была пьян, не родил в нее.
Имевшие наше население преобразить и смыть с лица земли не общее живое выражение. Тогда еще летали корабли. Мне бабушка рассказывала, или прабабушка, то славный был рассказ. В наш город каравеллы заходили, и небо было больше, чем сейчас. Да что все я, да я, ты рот откроешь? Конечно, Пал Непалыч, я сейчас. Сейчас. Да-да, я вспомнил, папин кореш показывал обломки древних рас. На них, на этих черепках из глины, среди узоров и каких-то схем, как птицы, проплывали бригантины. Над лесом вышек, башен и антенн. Вот вы сказали, небо больше было. Да, больше, я сказал, и будет так. Еще вчера всех нас оно кормило, но нынче нет прохода от собак. И каждый дает кусок небесной манны. Да что я отвечаю за тебя? Учил урок? Ну, честно, без обмана. Я книги сжег. Спросите у меня. Итак, песня посвящается моему любимому, дорогому другу Гоше. Вот. Спасибо! Спасибо ему! Итак, играем. Гоша один из вас. Это Гоша. Ну, где регги, давайте. Синий ветер, мой любимый, расскажи мне сказку, милый, про моря, где веет счастьем, про края, где нет ненастья. Thank you.
и приглашается на сцену группа «Республика», и это будет как бы концептуально последняя наша группа. А потом будет джем, еще будет играть «Глупый белый», и я думаю, что все будет дальше тоже клево. Бесконечно. Ура!
Ебать и колобродит, колобродит и ебать. 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 Ну чё, Лёх, поздравляю тебя с окончанием. Всё. Она единственная машина. Люди, хочется сказать, что музыкальная часть фестиваля закончена. Все, фестиваль фактически почти закрыт. Кстати, этим людям выключили электричество, они все равно играли, им было пофигу, у них инструменты такие, гады они все. Людей. Видно людей у костра. А вот где-то была какая-то размахалка. А где Алексей? А, все, я вижу размахалку. Зачем вставать? Сейчас, я набью просто микрофон. Вот эти репетиции. Под сцену. Когда, где еще? Под сцену. Вот все просто. Я предоставлю его здесь. Там сидели, когда произойдет. Блин, у меня так и плавно. Ну, тогда пошел самолет, да, получается? Да не, ну ты о чем ты говоришь, ну блядь, ну все сейчас пройдут. Что туда? Выбегал такой такой. Выбегал, летал такой такой. Сделал и убежал. Да он убегает, интересно. Они рядом живут, но в курсе. Нам стыдно, нас помоют, не просто надо так нас никто не будет. Мы уберемся, потом приходить. Доброе утро. Страна. Лыскарина приветствует вас, союз мультфильм. Надо эти самые. Ой, с добрым утром. Доброе утро. Не, вот так. А ну что ж ты не на камеру-то? А что ж ты так жмуришься? Ты не... Хватит уходи. Сидят, значит, ждут. А вот ситуация. Боб Синицын, значит, выходит из этой палатки. Естественно, это самое. Попадает на эти попадает, попадает в эту яму, ничего не понимает, что он что-то под него вылетает и лопается. Вот, ну, короче говоря, то, зачем он шел, из палатки он вылез. А вот все остальное остался на шариках. А вот все остальное уже было непонятно. Хотя бы с добрым утром. Привет. С добрым утром. Включите теплую погоду. Пожалуйста, или дровишка. Где-то в 4, там не знаю, куда их положить.